Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Питер Видео с Анной СМИ. И, девочки, сделала заказ. Меня спрашивали, какие заказы я делаю. Вот, пожалуйста, делюсь с вами своими заказами. Я заказала 3 платочка размером 89 на 89 на каждый день. Один для себя, один для мамы и, возможно, в подарок. 2 из них с оверлоком, с осыпкой, а другой с шелковыми кистями, шелковой бахромой. Итак, давайте посмотрим, какой же у меня заказик получился, и вы увидите, какие цены. Итак, «Восточная принцесса» – это автор Наталья Белокур, «Пятый колорит», затем это платочек с осыпкой, с оверлоком, затем «Огонек в ладонях», опять же «Пятый колорит», автор Валерия Фадеева, уже с шелковой бахромой. И пасхальный мотив, автор Елена Жукова, и тоже «Пятый колорит» с оверлоком. Я решила взять эти платочки, потому что, ну, так или иначе, мы каждый день носим платки, можно сказать, 9 месяцев в году, когда прохладно. И они нам просто жизненно необходимы. Лично я без платка никуда не выхожу. Он может быть разным по размерам. Ну вот 89 на 89, на мой взгляд, очень удобный размер. Как с шелковыми кистями, с шерстяными кистями, точно так же, как, так и без кистей. Я выбрала беспроигрышный вариант, на мой взгляд. Брала, так сказать, вслепую, по картинке, не примеряла. Это мой любимый пятый колорит. Хотела выбрать какие-то другие колориты, но как-то вот засомневалась. Нужна дополнительная примерка, чтобы выбрать какой-либо другой колорит, потому что мне той информации, которая есть, недостаточно. Надеюсь, что мой выбор будет удачен. На прошлой неделе я заказала золотого петушка. Мне уже все оформили, но почему-то так и не выслали. Присвоили трек-номер, но не выслали до сих пор, на сегодняшний день. Хотя заказ был оформлен еще в конце прошлой недели. Вот сегодня я заказала новые платочки. Ну, тоже трек-номер уже присвоен. Я жду, когда его отнесут на почту и, наконец-то, отправят. Цены вы видите какие, да, это с учетом 10% скидки на сайте и с учетом моей персональной скидки. В общем, я считаю, что это достаточно выгодная покупка. Я считаю, что такой платочек можно подарить кому-нибудь, подруге, маме, сестре, близким. Это отличный вариант. Опять же, платочек на каждый день, да, если шали мы с вами выгуливаем в каких-то парадных, торжественных ситуациях, то и нам их порой бывает жалко надевать на повседневку, то вот такие платочки, они очень практичные, их легко стирать, за ними легко ухаживать, и они привносят элемент какой-то новизны, красоты, изюминки в наш гардероб. Всем советую обратить внимание. Я считаю, что это очень красивые новые рисунки. Это новые рисунки. Они оригинальные, не похожи на другие. И я рада была с ними познакомиться. Как только ко мне придет посылочка, я обязательно вам все покажу. А с вами была Анна СМИ на канале Питер Видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайк. Напишите, пожалуйста, какие платочки вы заказали и в каком размере. Будет очень интересно. Поделитесь своей информацией и своей радостной новостью. Всего хорошего, до свидания, до новых встреч!